Сотни лучших. Ульяновский авиационный колледж, межрегиональный центр компетенции, снова получил знак качества и вошел в топ организации среднего профессионального образования страны. Все они реализуют проекты движения «Молодые профессионалы». Рейтинг учебных заведений составили уже в третий раз. И все три раза наш авиационный колледж занимает в нем свою строчку. Итоги объявили на онлайн-церемонии в рамках деловой программы финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Для того, чтобы этот статус завоевать, пришлось поработать, пришлось потрудиться. Мы много сделали. У нас есть успехи. Эти успехи как раз учитываются при подведении итогов. Успехи есть в том числе и в чемпионатном движении WorldSkills. В 2019 году в Казани на международном чемпионате студент колледжа получил медальон за профессионализм. В этом году в национальных соревнованиях команда этого учебного заведения собрала россыпь наград. Но и это еще не все. Мы уже несколько лет являемся экспериментальной площадкой по проведению демонстрационного экзамена. А демонстрационный экзамен – это совершенно новый формат государственной итоговой аттестации для студентов среднего профессионального образования. Эта процедура показывает, как ребята практически освоили все навыки, все компетенции за весь период учебы. О том, что колледж один из лучших, говорит и конкурс при поступлении в это учебное заведение. Специальности, представленные здесь, востребованы у абитуриентов со всей страны. Я приехал из города Феодосия, это Республика Крым, 2000 километров до города Ульяновск. Причиной, почему я поступил именно сюда, является то, что здесь отличные полигоны, здесь новый корпус, отличный педагогический состав. Я приехал из Чеченской Республики, город Шелковская. Решил обучаться на эту специальность, так как эта специальность очень перспективная и в данный момент она очень сильно развивается. Дроны в данный момент очень популярны. Уже в этом году на национальном финале WorldSkills взяты призовые места и медальоны за профессионализм. А это весомый вклад в копилку достижений для рейтинга следующего года. Мария Пугачева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.